На юге Красноярского края сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Минусинский при участии сотрудников управления уголовного розыска краевой полиции и ГУФСИН России по краю раскрыли убийство журналиста, которое произошло более 3 лет назад. Напомним, в мае 2017 года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении на одной из улиц Минусинска было обнаружено тело мужчины 75-го года рождения, который являлся главным редактором местного информационного издания. Для установления всех обстоятельств происшествия в Минусинск были направлены оперативники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Раскрытие преступления было взято на личный контроль начальником краевой полиции Александром Речицким. ГСУ СК по краю было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям стало известно, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин 78-го и 99-го годов рождения, которые в настоящее время находятся под арестом. Оперативниками уголовного розыска и следователями ГСУ СК было установлено, что ранее судимый местный житель 78-го года рождения на почве личных неприязненных отношений решил убить мужчину 75-го года рождения. При этом к исполнению преступления он привлек своего знакомого. Установлено, что последний несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего скрылся. С арестованными мужчинами работают сотрудники уголовного розыска и следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.